Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Мечи и солдаты». И наступило время поиграть нам за китайцев. Поехали! Поздравляю с новой должностью, Рэй. Я твой великий император, склонись передо мной и потом дай мне конфетку. Кстати, смотри, сколько я игрушек насобирал. Завидуешь и правильно делаешь. Они со всего света. Сегодня я позвал тебя, потому что нас ждет серьезная битва. По-моему, это восхитительно. Ну, кому как, если честно. Ха-ха, они все бородатые. Возможно, когда мы всех их победим, сможем украсть их игрушки. Это что еще тут за шикало? Тише, Тинпу. Хе-хе. Ему тоже кажется, что они выглядят глупо. Разрушить вражеский замок. Ом. Монахи, да, значит? Так, мне доступны пока только мечники. Рэй, я попросил наших монахов приготовить несколько заклинаний. Одно из них ненадолго делает воина неуязвимым, а другое стреляет огненными стрелами. Поблагодаришь меня позже. А кто тебе сказал, что я вообще буду тебя благодарить, а? Такой простой, как 3 рубля. Так, ну давай посморим. Ты понял, у него острейший меч. Так что с ним лучше не шути. Рубить, рубить. Давай, иди, рубака. Слушай, может быть, я зря его отправил, а? Улучшение. Так, если что, мы, ребята, будем, наверное, делать на него щит, я так понимаю. О, нет, на нас уже напали. На помощь, спаси нас, Рэй. Да кто на тебя напал-то там? Чё ты трещишь-то попусту? Не волнуйтесь, мы можем отшвыривать их топоры обратно в них. Серьезно, что ли? Жив. Во, совсем другое дело. О, мы почти их победили. Вот так-то. Больше солдат. Ты смотри, что тут происходит, ё-моё. Так, дай-ка я вот защиту лучше поставлю. Нормуль. А если я еще стрелы? О, как прекрасно, друзья мои, как прекрасно. Я тоже хочу, малыш, чтобы их побили. Но видишь, пока никак. Пока не выходит. Блин, эти варвары достали, а? Почему у нас так медленно идет золото, а? Жесть какая-то. Так, давай щит повесим. Слушай, ну щит помогает продержаться. Ну вот это вот лечение, конечно. Я хочу, чтобы их побили. Да я тоже хочу. Тоже хочу, чтобы их побили. Ну видишь, не получается у меня ни жеша. Рубить, рубить. У нас очень мощные, говорит, мечи. Я не вижу вообще никакой мощности. Вижу, что тут целая куча. Смотри, Рэй, я раздобыл нам новых классных солдат. Где? Какие? Кто это? Ну неужели? Вот это уже другой разговор. Сейчас мы будем с тобой бросать ракеты. А то, смотри, они меня просто тут зажимают. Улучшение. Отличный выбор, Рэй. Разорвем их в клочья. Конечно, разорвем. Надеюсь, что мы их разорвем. Блин, они меня все притесняют и притесняют. Посмотри, а. Так, давай защиту поставим. Ману, поджигай. Поджигай. Сейчас посмотрим, как эти ракеты работают. О, слушай. Великолепно работают ракеты. Блин, а мне нравится. Ракетик к бою. Так, подожди. Хочешь, чтобы их побили? Хоти. Блин, есть у тебя, гаденыш, острейший меч. Так почему ты там с ним тютюкаешься 3 часа, а? Вот объясни мне. Острейший, блин, у него меч. Ракетик к бою. Рэй и монахи раздобыли нам немного манны. Да ладно, неужели? Я рад это слышать. Я рад это слышать, что монахи нам раздобыли немного манны. Мало золота, еще лучше. Давай, давай, бей их. Так, кто там выпендривается? А ну, поджигай. Ну, ракетчики, ну ядрен батон. Так еще говорит прикольно. Ракетик к бою. Ух ты.
Рубить, рубить. Ну, есть контакт. У меня острейший меч. Так, ну мы, ребят, должны их прижучить. Мы их обязаны прижучить. Или не получится ничего у нас? Ракеты к бою. Так, ракеты к бою. Ну? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Есть контакт. Так, а если я защиту поставлю, а? Что ты по этому поводу скажешь? Ну что, Черноборот, сейчас доулыбаешься ты у меня там, а? Ах, доулыбаешься. Давай, родные мои. Блин, первый уровень такой сложный, что это так жестко-то? Еще хилку сюда врубает, а? Поджигай, поджигай, поджигай. Ну, так будем вокруг да около тут тусоваться. Неужели? Ну неужели? Да я понял, что золота маловато. Бейте их, ну. Давай ты, господи. Ага, половина здоровья уже нету на башне. Сейчас, друзья мои, рухнет. Давай, 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 давай. Ну, прожимаем, прожимаем. Твою же налево, его еще хиляют там, а? Да. Ура, мы достали их, мы их побили. Мы круче всех, Рэй. Больше драк, больше игрушек. Такой довольный. Ну что же, ребята, первый уровень мы с вами одолели. Идем на следующий. Защитник автостоянки. У них отличные игрушки. Я нашел топор, шлем и... Ваше Величество! Ваше Величество! Ваш восточный замок в осаде! Нет, я же держу там свои машинки. Ваше Величество, какие нахрен... Неважно, просто направляемся туда, живо! Какие нахрен машинки? Помогите, на помощь! Если они возьмут этот замок, то заберут все мои игрушки. Эти дураки опять вернулись, они должны убраться, это мои игрушки. Так, свои замки нужно же защищать, а чужие разрушать. Мудрые слова. Мы этим с тобой и займемся. Улучшение. Так, а это что? Это же дзен. Рубить, рубить. Если уж мы не можем сжечь твои деревья, сожжем твой дом. Да. А губишки не хочешь закатать? Ваше Величество, мы здесь, чтобы помочь вам. Обезьяны. Секундочку, я просил помощи, а не обезьян. Мы не простые обезьяны, мы ниндзя. Мы можем пробираться за спины врагов, смотрите. Улучшение. Я хочу, чтобы их побили. Да, молодцы. Хорошие ниндзя, конечно. А ну, поджигай. Так, нет, мне нужно больше рабов, ребят, больше монахов. И у нас есть магический щит, чем больше защиты, тем лучше. Я тебя понял. Так, монахов больше нужно. Давай еще. Так, а мы что, уже к замку подошли вражескому? Ничего себе, как быстро. А как это мы так умудрились-то? Блин, да какие же вы слабые-то, а? Давай, 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 давай. Похоже, ты так и не выучил свой урок, парнишка. Быть может, молот сработает лучше. Какой еще, блин, молот? Рубить, рубить. Давай, 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 этих рабов, крестьянинов. Валим всех. Рубить, так. Я хочу, чтобы их побили. Обязательно мы это с тобой сделаем. Так, щит выучим, да? Выучим с тобой щит. И потом мартышек. О, уже? Уже молотобойцы идут. Слушай, ну это плохо. Думаю, пора искр. Не помешает. Рубить, рубить. Что ему там пора искр? Искоренить? У меня стрель.
Ближайший мяч. Ты это хотел сказать? Блин, их тут дофига, ребята. Так, под щитами. Да блин, так вы добывайте это золото, что ли? Я не знаю. Мало золота, пищит он там мне. Блин, молотобойц, конечно, это плохо, ребята. Вот этот вот замораживает очень сильно. Ну-ка. О, обезьяна очень хорошо справляется с этими шитиками. Хочет он, чтобы их побили. Я тоже очень этого сильно хочу, но видишь, не получается у меня пока. Ага, замечательно. Я вроде делаю чуваков с ракетами, а их как не было, так и нет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Щит ставим. Мы все вокруг да около тут тусуемся. Ой, это ж... С какого перепуга вдруг молния сработала? Эй! Зашибись. Согласись, когда он играл за этих вот китайцев, меня там разрубали только в шорох. Он же играет, его фиг победишь. Блин, к бою, вот и к бою. Последнего монаха, ребята, я делаю. Потому что, ну все, по монахам, по добытчикам у нас с тобой фулка получается. Так. Ну. Давай, 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 родные мои. Так, обезьяна. Слушай, он молниями бомбит, ё-моё. Рубить, рубить, руби. Вот этого надо. Заморозчика. Есть контакт. Щит, 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 щит. Блин, с манной, как всегда, проблемы. Слушай-ка, ну, вроде бы неплохо. Нормуль, пробили. Тогда я ему щит хотел повесить, а у него уже висит щит. А ну-ка. Вот так вот. Макака, давай быстрее. Макака-ниндзя. Так, а что... А, я могу обезьян выучить еще. Вот оно что. Так, обезьянка. Давай, 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 давай. Мы уже возле замка, ребята. Возле замка уже начинаем бомбить. Давай защиту ставим. Секунду. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Есть. Отличная работа, Рэй. Мы должны отыскать минутку. Это еще кто? О, никто, мой повелитель. Не желаете ли печенье с предсказанием? Идите за мной. Ура, печеньки. Так, ребята, этот Дзен, походу, дело как отец или наставник, я не знаю, нашего императора. Что-то больше похоже на это. Операция «Обезьяна». И куда мы направляемся, когда я получу уже свои печеньки? Еще немного, мы уже почти в храме. Секундочку, в каком таком храме? Я должен быть дома в 5, я возвращаюсь обратно. Ну, конечно, никуда ты не уйдешь, и я не позволю ребенку управлять нашей империей. Рэй, Рэй, Тинпу, кто-нибудь помогите. Ваше Величество, мы и пришли за вами. То есть нас похитили, что ли? Мы должны вернуть короля в целости и сохранности. Но дорога к храму охраняется. Вот оно что. Врагов слишком много, чтобы пробиваться грубой силой. По возможности мы должны избегать столкновений и пробираться более тихими дорогами. Это о чем он говорит? Когда доберемся до Будда, нам смогут помочь друзья-ниндзя. Плохие старики убивают все, что видят. Нужно быть осторожными. Применять заклинания. Так, понял. Задание уровня: ниндзя должен достигнуть храма. Должен достигнуть, да, значит? Так, а сколько их тут? Всего три ниндзя? Всего три ниндзя. Ладно, как мы это с тобой сделаем? Блин, я не знаю. Так, предположим.
Слушай, мне бы лучше бы им, их как-то залечивать. Как тут залечишь? Ну-ка. Стрелами, может быть, их всех тут нашпинговать. Во. Совсем другое дело. Так, давай-ка понизу пойдем, наверное, мы с тобой. Эть. Так, а здесь, ой-ой-ой, здесь, наверное, я не знаю, или поверху, или понизу. Ну, пока вроде бы неплохо. Пока. Так, справляемся, справляемся. О, вот они, Будды. Что у нас тут? Золотишко. Ну, кто тут звал ниндзя? В плане, кто тут звал ниндзя? А ты чем-то можешь помочь мне или что? Так, смотри, что-то их тут дофигища идет. Может, нам понизу пойти? Давайте, наверное, понизу пойдем. Потому что их поверху что-то слишком дофига. Храм — священное место, вход с обезьянами строго воспрещен. Да? Так, мои три обезьянки идут. Блин, вот здесь вот паршивенько как-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что ж получается-то? Так, ага, мы убежали все-таки, да, от этого беспредела. Так, щиты. Ну-ка, попробуем, блин. Храм, вон он, храм, уже, ребята, виднеется. Ну? Нет, 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 что ты делаешь? Благодарю за мое спасение, Рэй. Эти старики не хотят, чтобы я был их императором, вы представляете? Вот-вот, Тинпу тоже говорит, что он благодарен, нужно убираться отсюда. Хе-хе-хе, друзья мои, мы с вами прошли этот уровень. Так, дальше у нас что там идет? Игрушечные воры. Я так рад, что мы спасены из лап этих злодеев. Как считаешь, Тинпу? Кто такой Тинпу вообще? Змея, что ли? Или какой-то хамелеон? Ха-ха, отличная мысль, Тинпу. В общем, Рэй, иди отдохни, а я пока поиграю со своими... Что за... Нет, он точно был у меня в кармане. Эти люди забрали мои игрушки, Я хочу их назад, прямо сейчас. Твою ж налево, теперь спасать игрушки, наверное, придется. Болваны, отдайте мне мои игрушечки сейчас же, а иначе... А иначе что, сопляк? Что ты сделаешь, мальчуган? Да будет так, Рэй, я раздобуду нам войска, но защищать их придется тебе. Будды поблизости помогут восстановить ману, сокруши же этих ненормальных. Воспользуйтесь заклинаниями, чтобы разрушить вражеский замок. Надо больше маны! И что ты... И как ты это... Блин, не пойму я. Ну, предположим. Короче, Будды нам дают прирост маны. Как я могу понимать? А... Че, вы хотите сказать, что у меня будет всего лишь один ниндзя? Вы серьезно, блин, вот это сейчас? Что такое? Вы слышите, как Будда мысленно говорит с вами? Он пытается обучить вас новому заклинанию. Будда рассказывает вам о заклинании инь-янь, создающем копию дружественного воина, и напоследок желает удачи. Копию. Проверим. О! Совсем другое дело. Так, мне надо 100 монет, блин. Слушай, ну если... А копию... Блин, эти ломаются очень быстро почему-то. Иди ты в пень. Так, в защиту встаем. Эй, не хватает маны, блин. Да нет, всего хватает у нас. С деньжатами проблемки, да. С деньжатками проблемка. Моя магия занятна. Твоя магия занятна, но мы контролируем дзен. Мы можем все. Так, тихо. Чё происходит? Надо их, ребята... Да фигли, блин. Чё они делают? Эй, а как мне тут? Как же мне тут быть-то, а? Немножко не могу врубиться. Видишь, они, ребята, нас вот так вот поднимают и уничтожают, можно сказать, да?
Обезьяны нам здесь... А, вот как мы можем, наверное, с ними разобраться. Ага. Огонечек-то они не любят, как я погляжу. Так, надо с этим что-то делать. Так, можно куда-то еще буду поставить? О, сюда поставим. Блин, не хватает манны, а? Слушай, очень жестко как-то тут с нами обращаются. Надо больше маны. Да, больше маны. Где же мне ее взять-то? Сколько мог статую поставить, столько поставил. Манна очень медленно растет. Есть копья. Так. Я думаю, наверное, надо вот здесь вот валить и монахов этих его, да? Щит. Нам поможет здесь щит. Че, они меня разбили, что ли, статую? Как они ее уничтожают, а? Смотри, что творят, а? Просто полюбуйся на них. Я хочу, чтобы их побили. Жестко. Почему-то у меня таких вот нету чудаков, да? Трындец. Нужно больше маны. Секунду. Давай. Будда дарует вам особое благословение, увеличивая количество манны. Давно бы так надо было делать, блин. А то он только сейчас созрел. Это бесполезно. Да понял я, что нельзя строить. Это хоть как-то поможет мне вообще? Хочет он, чтобы их побили, блин. Я тоже хочу, обязательно хочу. Но как это сделать? Ты же видишь, что тут происходит? И что эти ханорики делают? Просто одного за другим уничтожает. Именно вот эти вот. Именно дзены. С остальными можно было бы справиться. Именно вот дзены, ребята. Они виновники всего, всему. Вот эти вот каменные солдаты вообще какие-то тупые, если честно. И почему-то у него самураи сильнее, чем мои. Как ты это объяснишь? Смотри, вот эти вот. А что от них толк-то, если они даже урон не наносят? Трындец. Обезьяны, это, конечно, все хорошо. Они мне что, уничтожили статую? Статую Будды уничтожили, конечно. Защищать, главное, придется тебе их. Как я их, блин, должен защищать? Ну-ну. Так, к примеру. Будда дарует вам особое благословение. Понятно, увеличивает количество манны. Ну? И даже это не помогло, да? Ты посмотри, вот он, сколько ему нужно ударить, ребята? 4 или 5 раза надо бомбануть. Так, опять эти, да, идут сюда. Бейте их. Трындец. Ну, к примеру. Давай. Вали этих. Ну. Только щит заканчивается. И все. И все. И сразу тебя, ребята, разбирает. Смотри. Ну, а если мы отвлекем?
Ага, так. Защиту. Блин, сюда бы, конечно, буду бы влепить. Да вот у них уже замок, ребята, здесь. Вот он, вот он. Давай крестьянинов этих поуничтожаем, что ли, я не знаю. Да, будем их, ребята, колоть. Уничтожать их всех тут. Блин. Поднял и сразу же разбил. Мне там будет это вознаграждение-то? Удвоенной маны или как? Вы достали, а? Дзены эти. А где ниндзя-то? Буду даруй. Давай, 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 даруй. Так вот сделаем. Так, сколько нужно? 100 монет. 100 монет для статуи Будды. Давай поставим. Так, секунду, иду, да? Ну-н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 у. Отлично. А этих мы с тобой поможем. Вот так вот. Блин, там еще одна армада идет. Так. То есть хренушки, да, тут, как говорится, получается. Не получается ни шиша. Я хочу, чтобы их побили. Как же я устал это слышать, что ты хочешь, чтобы их побили. Как будто никто больше не хочет, чтобы их побили. Не получается, мы вокруг да около все, туда-сюда, туда-сюда. Ну? Сколько это стоит у нас? Я хочу, чтобы их строили. Нельзя строить, блин. Нельзя строить. А где, блин? Так, стрелы стоят 70. Ой, ну да, 70 стоит. Офигеть. Просто иссушение какое-то делают. Видишь? Слушай, мне почему-то не нравятся китайцы эти. Нет, если бы у меня вот эти вот были бы монахи, возможно, все совсем было бы по-другому. Я тебе сейчас уничтожу, блин, статую Будды. Лезет он, понимаешь ли. Так. Этот армию отправляет. Все делает как бы хорошо, ребята. Давай, 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 давай. Есть. Так, потихоньку, полегоньку. Ну неужели? Дарует он мне. То, что он мне дарует, это классно. Так, статую могу, да, сюда поставить? И я поставлю ее. Ага. Так, что там у нас дальше, ребята? Что там у нас должно идти дальше? Вот так вот, наверное, да? Я хочу, чтобы их побили. Блин, уничтожает. Подожди-ка, подожди-ка. Слушай, а может получится? Блин. Получится, конечно. Хотя если этих дзенов... Ну, чуть-чуть не хватает, ну посмотри, а. Ну. Стрел не хватает, сейчас стрелами попробуем. Где они? Вот они. Ну. К примеру. К примеру, ребята. Блин, опять. Опять эти говнюки здесь, а? Ну что ты будешь делать? Я хочу, чтобы их побили. В щит его, конечно, надо в щит вставлять. Ну-ка. Да как с вами, блин, справляться-то, а? Я не знаю, ребят.
Как вообще тут можно? О, да надо же, вот, дарует мне. Двойное увеличение энергии, да? А они тут опять идут. Ты посмотри на них. Вот это сушение просто бесит меня. Ну ты посмотри, он, видишь, он, они понимают и все. И как с этими дзенами, блин? Вонючим я должен справляться. Уничтожили, да? А ну-ка дай-ка я вот так вот сделаю. Так, смотришь, вроде бы неплохо все получается, блин. Да как ты, блин, выжил-то, чмошка, блин? Так, с обезьянами все это... Давай, так, попробуем. Дубликат. Сколько, 70 нужно? Ну, сейчас опять начнется, да? Обезьяну. Давай. Ага. Так, секунду. Мы сделаем с тобой вот так. Щит. Щит, друзья мои. Тихо. Дубль. Давай. Главное сейчас не... Так, вот, это хорошо, что Буда дарует мне. Это вовремя он дарует. Так, секунду. Дубликаты. Я не понял, кто вызвал этих? Да блин, где там кто? Я не разбираюсь, ребята. Ё-моё. Ну? Пошла мазута. Давай, прожимаем. Только бы не сдуться, ребята, Ну, да господи, ну какого фикуса? Давай, родные мои, ну. Нет. Есть! Фу, ёпрсоте. Мои игрушки, мои прекрасные игрушки. Как же я по вам соскучился, мои любимые. Повелитель, простите, что прерываю вас, но... Не беспокойте, наконец-то я снова могу поиграть. Ай, друзья мои. Так, шутки в сторону. Действительно, шутки в сторону. Брм-бр. Мегатон обгоняет всех на повороте. Брм-брм. Ух ты, так, а, это игрушка, видимо, его. Мы прибыли в Азию, Ядбуль, прикажи своим людям прочесать местность. Бр-бр-бр, ура! И я сказал тебе склониться, ребенок. Пиф-пиф-паф. О, нет, Мегатон, моя машинка взорвалась, воспользуйся гигантским лазером. Баф-баф, пиф-пиф. Похоже, будет легче, чем я думал. Люди, вперед! Угу, люди, вперед. Ваше Величество, пожалуйста, император, они не наступают. О, нет, Мегатон, не дави женщину-молнию, пиф-паф. Как он может играть в такой ситуации? Рэй, задержи нападающих. Переживите нападение. Так. Что я могу сделать? Поставить бут. Так, дубликаты. А дубликаты мне нужны вообще, нет? Не знаю. Но мне нужны будут монахи. Монахов нужно будет много, да? Так, улучшение. Ну, давай поставим с тобой. Я посмотрю, что впереди, Ваше Величество. Посмотрим, что там они делают. Давай, сбегай, посмотри. Так, больше мы вообще здесь пока ничего не можем изучать. Ладно, пока будем делать монахов. О, еще одна статуя. Так, идут разведчики. Оу. Я хочу, чтобы их побили. Так. Угу. Жестко. Так, кого я могу... Ой, а кого мне вызвать-то? Эй! Блин, сейчас статую уничтожат мне. Обезьяны.
Ну, предположим. Блин, они уничтожили. Ваше Величество, они нас одолевают. Пожалуйста, пришлите подкрепление. Да ему по барабану, он играет. Вот видишь, я всегда прав. Мы победим. И ты склонишься предо мной. Ваше Величество, прошу вас. На нас напали, нам нужны подкрепления. Сейчас же. Бесполезно, червяк. Никто не способен победить нас, когда в наших руках могущественная реликвия. Бр-бр. Секундочку. Мне послышалось ли кто-то сказал «могущественная игрушка»? О, а ребенок-то уже и говорить умеет. Да, малыш, она наша, и тебе ее не видать. Мы храним ее в безопасности, у себя на родине. Ну, это мы еще посмотрим. Лучники, войска, марш сюда. Лучники, войска. О! О! Пошло, пошло, пошло дело, ребята. Так, что тут у нас дальше? Ха-ха! Огненные стрелы. Вот так-то, Рэй. Вот оставшиеся войска, я хочу ту штуку. Так, он хочет ту штуку, да, значит? Я понял. Так, рубить, рубить. Так, а что тут надо делать? Блин, они... Я статую-то могу куда-нибудь? Да, могу поставить статую вот сюда. Фига они там уничтожают. Что происходит, я не могу понять. Да и щиты поставлю, я не знаю, или что. Угу. Так, ну с этими разберемся, да? Окей. Так, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Острейший меч, давай бомби тогда. Острейший меч у тебя. Так, секунду. Да ядрен батон, ты посмотри, сколько их здесь. Больше ничего не могу защищать, нет. Трындец, офигеть. Оу. Тут еще и некроманты, друзья мои, идут. Так, предположим. Так, эти оглушенные, да, получается, когда мы по ним наносим урон. Понял. Так, щиты надо ставить, да? Как раз против ягуаров. Против ягуаров нужно ставить щиты. Я понял, ребята. Но на всех щитов-то не напасешься. Ох, ё-моё. Так, давай, родной. Это мне хоть что-нибудь дает? Ага. Так, 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 так. В яде только не стойте, пожалуйста. Так, я вижу, ребята, еще одно местечко, где мы с тобой можем. Ох, ё-моё. Может, дубли надо делать? Не знаю, ребята, нужно дубли, не нужно. Бумс. Офигею просто с этого. Статую поставим. Ага, разнесли. Так, с этими... Оу, так мы... Так, тихо, ребята, тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Так. Что-то тут не то, ребята. Давай щиты поставим. Окей. Так, подожди секунду, секунду, подожди. Давай так вот сделаем с тобой. О, а вон там, ребята, позлее враги идут-то у нас. О, вот они. Да ну хорош, блин, ты свистишь, что уже... Так, где этот некромант?
Да его здесь нету, откуда тогда эти-то воскрешаются, я не могу понять. Ну? Так, секунду, ребята. Ягуары готовы. Ну-ка. Давай. А он яд сюда бросает. Ты посмотри, что он делает. Я бросаю, значит, стрелы, а он сюда бросает свой вонючий плешивый яд. Так, разносим, разносим, ребята, и в хлам. Как ты заколебал, мне слов нету. Мало золота, блин. Я вижу, что золота мало, блин, вон его башня, ребята. Его башня практически видна, ты понимаешь? Видна. Так, неужели? Неужели я еще поставил одну? Ну-ка. Так, предположим, ребята, предположим. Ну-н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 у. Давай еще стрелы. Блин, ты посмотри, что происходит, а? Просто жуть какая-то, ребята. Так, ну главное, что мы уже разносим ему. Давай на всякий случай сюда поставим стрелы. А вдруг там кто-нибудь вылезет, да? Да ладно тебе. Нет, нет, не может быть. Вот так-то, незваные гости. Рэй, что бы там ни была за реликвия, я ее уже не хочу. Вперед! Да, друзья мои, наконец-то победа. Испытание выживания разблокировали. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноточке мы с вами будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!